сноушу, порода кошек. Сноушу появилась в результате скрещивания сиамской кошки и американской короткошерстной. Голова кошки имеет треугольную форму с большими ушами и черными отметками. Глаза кошки голубые, хвост средней длины. Сноушу – это короткошерстное животное, окрас которых может быть самым разнообразным. Blue Point, Seal Point, шоколад и так далее. История возникновения породы сноушу. В Филадельфии в 60-е годы у заводчицы сиамской породы появилось 3 котенка с белыми носочками на лапах. Заинтересовавшись, она несколько лет пробовала вывести такую породу. Затем заводчица предложила заняться этим коллеге из Вирджинии. В результате они скрестили сиамскую американскую короткошерстную породу кошек. Вики Аландер из Вирджинии удалось разработать стандарт породы сноушу. Кстати говоря, благодаря Аландер порода была признана официально. Но интерес к данной породе быстро угас, и в 1977 году она стала единственной заводчицей сноушу в США. 3 года Вики пыталась сохранить эту породу кошек, затем к ней стали присоединяться и другие заводчицы, и в результате питомцы получили чемпионский статус. Хотя начало было довольно вялым, сегодня сноушу очень популярны среди домашних питомцев. В дальнейшем заводчицы планируют изменить их телосложение и увеличить в размерах. Характер сноушу. Разведение сноушу очень сложное, но кошки этой породы очень привязаны и благодарны. Иногда складывается ощущение, что они считают себя людьми. Эти животные любят прикосновения человека, их несложно обучить различным сложным трюкам. Особенностью сноушу является их любовь к воде. Они любят поплавать и при случае лезут в наполненную ванну.